Здорово, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим Мармока. Он наконец начал делать видосы чаще, и сегодня у него бать на жопу. Я уж не знаю, чью жопу, возможно, Мармока жопа. Но мы так или иначе посмотрим, на какой там жопу, на какой там байт. Так, поехали. Подножка. Что делать? За воротами. Шо? А, ты вернулся. Как я давно в контроле не играл. Хуй не зыришь, чепуха. Хорош. Вышел и зашел нормально. Я пытаюсь сделать реакцию, Мармок. Чего ты сразу на меня хули зыришь, чепуха? Ну что, что за неуважение? Учение, Мармок. Киберспорт. Что ты несешь? Бьем со всех сторон, пацаны. Умер, умер, заходим. Закрывай шорты и плетим. По последнему есть инфа? На связь не выходил еще? Что-то так непривычно смотреть на то, как Мармок серьезно играет. Знаешь, обычно он бегает как-нибудь на бум, стреляет по разным людям и на пофиг вообще. Сейчас он прям серьезно пытается играть. Гал принят, выхожу на контакт с абонентом. Убегает. Абонент недоступен. Эйс, поздравляем. Это Эйс! Ебать. Когда же произошел тот переломный момент, после которого я стал вести себя как долбоёб? Создание YouTube канала Мармок. Мы все такие. А, он же и не наступал. Что там за шум? Ша, мать твою, знаешь, что тебе скучно, она бы. Мы сейчас еще раунд нападем потом к тебе, окей? Окно. О, блин, да вас в каждом раунде убивает это окно на меду. Ну вы че, ребят? Я с пистолетом был. Дайте один долбанный дым в это окно, и все. О май гад. Так непривычно смотреть на то, как Мармок бомбит по игре. Я серьезно, я привык к тому, что Мармоку на все насрать. Он бегает, просто орет и все, на все, и матерится. Все, но сейчас он реально старается. Я такой, что? В смысле? Такое тоже бывает? Мне бы понравилось твои шутки. Все, заходим, а. Смотри, даю дым сити. Что ты стреляешь? После отдыха он, наверное, отдохнул просто. Подержи ящик. Мужчина. Я хотел сказать парень, но... Это бомба долбаная проклятая. Если что, я понял, что произошло. А то начнете. Андрей тупой, не понял. Да вот в чем дело. Все, погнали. Сука, дело не в бомбе. Нет, умер. Отлично. Наш еще одного бьет, и я пойду помогать. А, нет. Значит, это сейв. Разворачивайся. Соляра? У меня это местечко забронировано. Тебя убьют через стену. Тут же можно стрелять через стену? Можно, но зачем? Я же тут. О! Загуляла кобылка. Еще чудо. Может, ты затащишь? А может, нет, а может, да, а может. В общем, мне пизда. Видит будущее просто. Что на кэше можно сделать, ну, такое, знаете, по тактике распланировать, а? Отвратительно, я знаю. Туда. Ага. Если нам не пролетает, ну давай запустимся. Давай. Пышку даю. Не нам в лицо-то! За кого ты играешь вообще? И чё, и всё тактика, что ли? Типа. Хорошая тактика! Там огонь кинуть. Просто тактика на века, нахуй. Слепануть себя, кинуть дым себе, себя попытаться поджечь и разбежаться, все. Нихуя подобно. Хорош. Подождите меня, пацаны. Это говно какое-то. Отличная тактика. Вообще не залетает. Просто толчит. Ни хрена. О. Посмотрите на эту наводку. Я как будто и не потратил 4 года своей жизни на это дерьмо. Ничего. Сейчас раскачаем мелкую моторику. Сейчас все будет. Мне кажется, он сейчас умрет. Он уже почти как скрим. Почему? Почему у него прицел что-то превращается? Это тупой или что-то? Сейчас будет наводка, как у Симпла. Ну все, ага. Я готов. Как у Симпла. Я разогрет. Пошли. Как Симпла. Сейчас будет. Хорош. Сори. Почему он не идет? Чисто Симпл. Я за него начинаю переживать. С ним точно все в порядке. Может, он туннель пошел? На меду наш. Понятно, значит он туннель пошел. Значит я буду смотреть. Ах ты хитрый ублюдок. Чё? Кто пальцами щелкает, блядь? Я за попками приглядывал. Все, иду к вам, мейн. Мне нравится, как он. Он по-любому с тоннеля. Он по-любому с тоннеля. За него заходит другой мужик. Ладно. Я бы посмотрел повторить. Найсово так.
А, собственно, почему бы и нет? Так, я хочу послушать реакцию этого парня. Давай. Захожу в мейл. О, смотри. Я, блядь. Бау. Я, блядь. Это ты его зажим в дым. Бля, курва. Похоже на то, когда ты кидаешь мяч в стену, и он летит тебе назад в ебало. Опять. Привычно. Ну, бомбы по-любому. Пошли, времени мало. 20 секунд. Блин. Давай выйдем под флешку. Двойную. Эй, так, Петруччо, ты дома? Да, мы знаем. Мы бум-бум возьмем. Да завались, я знаю! Быстро, быстро! А-а-а! На последней секунде, блядь, на последней, Мармок, ты что творишь? Ты что творишь, безумец? Мармок! Последняя секунда, ё-моё! Это самая минуточка разговорных моментов. Ого. Почему? Ты что, ссышь в бутылочку? Ты серьезно? Ты знаешь все. Ты шутишь сейчас или нет? Ты сказал, что хочешь идти ссать. Ты... Бля. А че удобно? С кем я дружу? А че удобно? Чтоб никуда не отходить, в бутылочку я сделал дела. Я просто воду в стакан наливал. Ага, знаем я. Из члена? Давай, вот, да, а потом я и пив еще. Ха! А потом маме говорю: мама, туалет! Это танцпол. Есть бокс. Походу у вас. Резкий выпал. Отлично, ублюдок. Испачкал мне лонг. Сколько? Че, там кто-то шорт сказал? А. Кинешь мне калаш, что ты не нужен? Хочешь? Спасибо. Че за... А, где калаш? Наверху. Наверху закинули. Ёбаный. Подсадитесь. Постреляй по нему, ну. Лучше. А вот это вот, смотри, вот это вот место, вот где. Это гараж. Это гараж. А, все понял. Это не коннектор. Коннектор за медом. Ну вот как. Вот, вот это вот, смотри. Ты какого цвета, погоди? Я голубенький. Бля, это все знают, я про цвет спрашиваю. Тащи, ты сможешь. В спауне будет с ямы, возможно. Иди сразу пойдем, а потом пойдем. Убей. Еби. Доминируй. И срапало. А, без шансов. Заклинание какое-то было. Я тоже не понял, что это. И срапало. Справа, я хотел сказать. А вот патроном. Волдеморт, бля. Я Гарри Поттер. У меня тоже есть шрам на лбу. Правда. Правда, он не от Волан-де-Морта, а это я, когда был малой, уебался об край стола. Жизненно. Я понял, почему ты такой классный ютубер, Мармок. У нас у всех, походу, такие проблемы были. Ну всем говоришь, что от Волан-де-Морта. Да-да-да. Чтоб звучало, короче, Найт Волан-де-Морт, не отставал. Да, нормально все. Слушай, он везде на первых местах, кстати, заметил. Окей. Общительная тема эта, как всегда. Похер, типа, откуда ты? Ой, Моки. Nice globes. Nice, thank nice, you, man. Thank you. You can kiss goodness, him. You have fucking money, man. Go, fight, fight. Заговорился. Пообщался. Это лесть, ебана. Это сейчас тиммейты добрый. Дай нам просрать пару раундов, и сейчас начнется трехэтажный французский. Мне на левом зрении прям. На левом глазу так зрение упало. Жесть. У меня на правом упало. Отражение теперь не вижу. Да, я. Знаешь, вроде бы смотришь обоими глазами. Или обеими, как правильно? А, двумя. Обоими. Обоими. Не, глаза, они мои. Обоими глазами, да. Он могла. А, ну, двумя. Обоими глазами, ты охуел, что ли? А вот он слеп на оба глаза. Нормально. Понял? One letter on. Блин. One letter on? Dead. А, найс. Мармок с ума сошел, что он иногда выкидывает какие-то слова, которые не имеют никакого значения? One side. Пойдем. Ну что он сейчас сказал? Вызовите врача, у тебя будет смотреть. Они слили бомбу, если один что, палас. Мармок, пусть у тебя все будет отлично. Побежал. Вот, Фокер мам грин.
Когда второй раунд начался, они уже ходят, смотри. Факин нуб уже, смотри, вообще не сдерживаются, ребята. Два раунда прошло. Я говорил, что так будет. Чисто как я с пацанами играю. Как в муку пердел. Все, мы вдвоем. Куда же без шуток прям пердешь? А? Вдвоем против одного, нам похер. Давай запустимся куда. Да не, у вас лучше вам вдвоем их встречать. Не, не, нам лучше за ручку держаться, Богдан. Какая жопа, я ебу. Как у Капитана Америки. О, ну-ка отойди. Хорошее место для парковки. Что? Забавь на жопу американскую. Я, конечно, извиняюсь, но что это за новый уровень байта был только что? Объясните мне. Хорош. Вот это было хорошо. Сыр в мышеловке, блядь. Там такая мышеловка стояла вообще. Как мне засунуть мышку туда? Вот это неплохо. Тупо жопой забайтили и убили. Как он это выдает? Демон, волшебник, колдун. Привет, друзья! И если с вами здороваюсь я, то как минимум наступила пятница, а как максимум вы профуфенили все выходные. Кстати, я только на днях узнал, что Minecraft теперь официально поддерживает трассировку лучей от NVIDIA. Ну, знаете, все эти плюшки с правильными реалистичными отражениями, мягкими тенями и прочее. Да, да, и да, вот, да. Кстати, мой совет такой. Если взять, поднакопить денег на топовую видюху от NVIDIA, купить ее, чтобы играть только в Minecraft, то вы долбоёб. На этом все. Здесь был грёбаный Магнит и Казго. Увидимся через целом неделю. Солидарен. Вот так вот, ребят, собственно, знаешь, бывают такие моменты, когда вот ты посмотрел видос какого-нибудь Мармока, который жутко вытащивает всех в контру, и потом такой, я тоже так могу. Идешь к контру, и тебя трахают там во все дыры. Это неприятно, поэтому я не играю в контру. Вот, я надеюсь, вам понравилось, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Пока, до скорого, удачи.